Друзьям и подписчикам всем привет! Сегодня мы будем делать грядку вот из тех дуг, которые там стоят. Как мы катали эти дуги, как это делали, как работает трубопрокатный станок, ссылочка будет вот здесь или вот здесь. Ну, короче, ссылка будет наверху. Что мы будем делать из этих дуг, сейчас я вам покажу. У нас есть вот такая грядка высокая, ну или не совсем высокая она, конечно, ну так приподнятая, деревянной окантовки. Это первая наша грядка. И вот на нее мы сейчас будем устанавливать дуги, чтобы она быстрее прогрелась и тепло было в ней, чтобы посадить туда помидорки пораньше. Вот. Что мы сейчас будем делать? Сейчас пошагово все покажем, расскажем. Если вдруг понравится, может быть, сами себе такое же сделаете. Ну вот мы переместились на наш такой летний, или не летний, осенний, весенний, точнее, извиняюсь, верстачок. Это вот доски с пола из дома вытащили сюда, зимой еще вытаскивали. Наложили сюда доски. Вот я отрезал два отрезка трубы по длине нашей грядочки, 4 метра 6 сантиметров. Нарезал вот таких вот отрезков. Эта труба у нас 20 на 20 профильная, а эти кусочки 15 на 15. Те дуги, которые мы прокатали, тоже 20 на 20. Ну, надеюсь, объяснять не нужно, что у нас сейчас получится. Сейчас мы вот так вот их пообварим. 5 штук на одной, 5 штук на другой. Как варить, я не буду показывать. А конечный результат покажу, что получилось. Ну вот, короче, наварил я вот такие вот штучки. 15 трубы. Вот они идут. И просверлил 4 отверстия. Сейчас покажу. Вот. Вот так вот, раз, два, ну там 3-4. И они, и уже покрасил низ. Сейчас прикрутим и будем пробовать устанавливать дуги. Сейчас будем все показывать. Ну вот, короче, прикрутили мы их, эти грядки. Эти не грядки, эти направляющие. Сейчас будем применять. Ух ты! Ух ты! Слушай, да это вообще мини-парник, мини-теплица такой получилось. Да, мини-теплица. Карбонатом накрыть, вообще будет. Теплица, реально теплица. Вот такие дуги получаются. Здесь у нас будут помидорки. Да. Да? На то мы решили? Ну да, наверное, помидорки. Я тоже так думаю. Я вот думал, сюда бы еще хлыстики приварить. А ну знаешь, можно будет по осени еще сделать пару грядок. И в одну из грядок баклажан сажать, чтобы в теплице место не занимать баклажанами. Да, можно. И как раз и жук не налетит. Вот, и они стоят, вот чуть-чуть подвижные, но, в принципе, крепкие. Да ничего с ними не будет. Да, сейчас осталось их покрасить.
И все, и можно покупать пленку, закрывать пленкой. Или поликарбонат, закрывать поликарбонат. Слушай, а у нас там этого не хватит, ткани? Не знаю. Надо померить. Спанбонда? Ага, а то что-то меня терзает смутное сомнение. Что? Ну, он 3,10 ширина, может быть, как раз да? Хватит 3,10 по краям. Ну ладно, сейчас, короче, посмотрим, что у нас получится. Дальше заснимем, пока там озвучит, а меня не слышно. Угу. Ну вот, что у нас получилось, короче. Покрасили в черный цвет. Была черная краска, покрасили черным цветом. Вот такой вот парничок у нас получился. В идеале бы, конечно, накрыть что-нибудь типа поликарбоната. Но будем накрывать просто пленкой. Купим пленку или спанбондом. Да, кстати, подскажите, чем лучше, спанбонд или пленкой покрыть? В комментариях. Если не сложно, пока не купили, напишите, чем лучше накрыть вот этот парничок. Также доделали каркас под шпалеры под ежемалины. Сильно высокий не делали. Будем на бок пускать. Вот она, мы ее открыли, ежемалину уже показывали. Ну вот, посадили лук сегодня. Севок. 2,5 грядочки. Ну, как-то так вот. На этом закончим видео. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!